В этот ноябрьский вечер каждый, кто ждет новогодние праздники, сможет окунуться в атмосферу зимнего волшебства. Сегодня, 21 ноября, дизайн-центр ArtPlay устроил новогоднюю ярмарку, где можно приобрести подарки для самых близких уже сейчас. На ярмарке посетителям предлагался различный ассортимент товаров, среди которых были бижутерия, одежда, сладости, посуда, деревянные изделия. В этот день можно было нарисовать свою картину или приобрести готовую. Для детей подготовили большой холст, на котором можно было показать свое мастерство рисования. Сегодняшний день прошел в сказочной атмосфере предстоящего праздника, в ожидании волшебства, какого-то чуда. Новогоднюю атмосферу передавали рождественские песни, разноцветные гирлянды, украшения и елочные игрушки, различных цветов теплые шапки и шарфы. Здесь были и средства по уходу за телом, масла, травы и чаи. Ярмарку посетило большое количество людей, с которыми продавцы поделились новогодним настроением и теплом. Было очень много детей, и было очень приятно видеть улыбающихся людей. Чувствуется приближение Нового года, видно, что люди пришли за подарками. И я надеюсь, всем очень понравилось, всем посетителям, и я для этого тоже старалась. ArtPlay дарит всем новогоднее настроение и приглашает за подарками 22 ноября. Алина Сабирова, Кристина Ким, специально для CMG.